Ребят, всем доброе утро. У нас недельный дождь, неделю вот как будет. Покушала? В следующем году две столовые сделаю. И отдельную квартиру к Нопе тоже. У Рички там отдельная квартира прям. У нее там еда, вон она ест прям там. Лежанку, которую она истоптала грязными лапами, после дождя уже постираю. У нее там сухо совершенно, нигде не протекает. Я прям ей хорошо сделала. Кушай, кушай, малыш. И еду ей туда подаю. Да, Кнопа. В следующем году я сделаю. Сейчас дожди, уже последняя неделя закончится, а в следующем году я сделаю. О, какой ливень. Будку из домика перенесла, в диван поставила, чтобы Кнопа могла там сидеть. Вот такие у нас новости. Добби не приходил сегодня. Он где-то спрятался и чувствуется, что он сытый. Но приходила Муни, голодная, сидела прямо под этим проливным дождем. Я дала ей поесть. Хотя соседи дома, я не знаю, может, они поздно встали и не покормили ее. Так, меня заливает. Я пошла домой. Куда? Куда прискакал? Куда? Все. Вот, так что я покормила утром Муни. Ну, девчонок. А Добби так и не пришел. Я проверила, в домике его нет, то там заливает домик. Крыша протекает. На следующий год надо все делать. Уже к следующей зиме будем готовиться более понятно и хорошо. Потому что мы эту зиму, это зима первая, мы не знали вообще, чего тут ожидать от этого дома, от террасы, от домика. А теперь мы знаем. Поэтому к следующему году мы уже подготовимся хорошо. Да. Да, Бенечка, подготовимся. У нас полок много еще таких. Я построю вон такие квартиры, как у Ириски. Потому что у Ириски там сухо, тепло, хорошо. И еду ей можно туда поставить, и воду, все что угодно.